Всем привет, друзья, а особенно автостекольщикам. Это видео будет про то, как и на что лучше устанавливать герметик на лобовое стекло. То есть, как знают все автостекольщики, основная проблема отставание стекла от герметика. То есть, потом в эксплуатации в будущем автомобиля, то есть, стекло наклеили, машина ушла, прошло там, может быть, неделю-две, а может и полгода, и бывает, что человек приезжает, отошло где-то стекло. Сразу скажу, может быть, дело в шелкографии, вот. Но у нас стекло в хорошей шелкографии, у нас это исключено. Мы будем пробовать наносить, значит, герметик на обезжиренное стекло, просто на шелкографии, просто обезжиривателем. Потом мы будем наносить стекло на активатор. У нас вот такой есть специальный активатор, кто не знает, он прозрачный активатор, вот, его наносишь, он высыхает, и устанавливаешь уже герметик, то же самое, что на праймер. И в третьем случае мы будем наносить вот на такой праймер. Кстати, проверенный праймер, хорошо работает, на него жалоб вообще не было. Вот. И пройдут сутки, и мы попробуем оторвать этот герметик и посмотрим, на что же крепится лучше. И, кстати, герметик у нас, как заявлено, беспраймерный. Вот посмотрим, как он будет держаться на стекле, просто на обезжиренном стекле, на шелкографии, без каких-то активаторов. Так, первое, вот мы обезжириватель написали, вот здесь мы все обезжирили. Вот здесь у нас активатор. Сейчас будем с помощью аппликатора наносить полоску активатора. Вот наш активатор, наносим на аппликатор. И наносим полосочку активатора вот сюда. Все, ждем, когда он высыхает, минут 20. Он, повторюсь, прозрачный, кто с ним ни разу не работал, он прозрачный. Высыхает, и на это место наносим уже герметик. Так, также берем аппликатор и наносим наш праймер. Праймер, кстати, мы любим не просто наносить полосочкой, а немного как бы втирать в стекло. Сейчас покажем, как. Да, мы нанесем полоску, чтобы было аккуратно. Вот. И несколько раз туда-сюда просто пройдем. Нет, здесь полоска, а здесь... А, ну вот здесь попробуем полоску, да, кстати, для эксперимента. А вот здесь вот методом втирания, да, вот так. И посмотрим, реально ли работает этот метод, или как бы лучше втирать, либо можно и один раз полоску нанести. Все, мы нанесли все адгезионные, так сказать, составы. У нас просто обезжириватель, у нас активатор, у нас праймер нанесен один раз, как бы в одно касание. И вот здесь мы праймер еще втерли. Сейчас все сохнет, ждем минут 20, с запасом возьмем 30, может, пока кофе попьем, и будем наносить уже герметик. Кстати, у нас вот такой новый пистолет пришел с Китая. Только сегодня будем пробовать его первый раз. Итак, друзья, мы уже нанесли на то место, где мы просто обезжирили. А сейчас с вами вместе будем наносить на активатор и на праймер. Поехали. Так. Праймер. И праймер, который мы втирали. Все. Кстати, офигенный пистолет. Ребят, кому будет интересно, ссылочка будет в описании. Что-то стоит он около 12 тысяч, кажется. Полный комплект, две зарядки. Вот. И теперь для полной имитации нашего герметика, типа он будет у нас на кузове, но нам надо его прижать, так мы его просто не оставим. Мы вырезали полосочки из бумаги, вот такие полосочки, и назвали их, вот, допустим, обезжириватель. Мы просто вот так вот приложим и пальцами их нажмем, все равно, потому что нам надо его, как-никак, нам надо его прижать, потому что стекло у нас же прижато к кузову. Вот, все, прижал я его с небольшим, как бы, таким давлением. И вот сейчас каждый герметик мы прижмем. Вот он, активатор. Активатор прижали. Все равномерно. Теперь праймер. Немножко напачкали, но ничего страшного.
Нам не привыкать. Мы работаем со стеклом, руки постоянно грязные, черные. Есть перчатки даже резиновые, но всегда забываем их одевать. Все, вот таким образом мы все прижали, тем самым мы как бы наш герметик вдавили в стекло, вот, и тем самым 100% имитировали приклеивание стекла к кузову. Так что, ребят, до завтра. Мы даем 24 часа даем на то, чтобы герметик полностью у нас высох, и вместе с вами будем завтра отдирать и смотреть, каким же образом лучше приклеивать, то есть как будет лучше держаться стекло у нас на кузове. Все, пока, до завтра. Итак, друзья, у нас удалилось по каким-то причинам видео, непонятно. Значит, объясню, что случилось. Вот, где было просто обезжириватель, оторвалось, прям пальцами подцепил, прям оторвался вообще на раз-два. А здесь, где был активатор, чуть-чуть получше он подержался. Ну, то есть, отрывался тоже руками, но с таким, с небольшим усилием. А вот где праймер, просто уже невозможно было. И до сих пор вот они остались. И, естественно, где праймер втирали, тоже просто невозможно. Значит, вот этот вот активатор не работает, не пользуйтесь им. Чревато потом, что стекло будете менять, переклеивать. Вот, а праймер хорошая вещь. Вот такой праймер себя зарекомендовал очень хорошо. Вот, мы перед нанесением праймера мы обезжириваем все ацетоном. Вот. Моем сначала стекло, обезжириваем ацетоном и вот такой праймер. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.